Приветствую вас, дорогие друзья. Ну что, пошаманил я как мог, не знаю, получится, не получится, но во всяком случае попробовать стоит. Надеюсь, что вылетать не будет, во всяком случае в течение 30 минут, в течение которых я буду записывать данную серию. Нам нужно довыполнять квесты соратников, и для этого я, пожалуй, себя приодену. Быть магом это хорошо, но иметь возможность... повоевать в рукопашную все-таки дорогого стоит. Так что мы, пожалуй, возьмем и хорошие стрелы, и хороший лук. А вот то, что нам не пригодится, наверное, оставим. Что у Хайреда есть? Я знаю, у Хайреда очень много всего разного. Например, вот это можно складировать. Место стоит оставить. 392. Это переносимый вес. Нам его надо поберечь. Куча золотых колец, которые можно продать. Но заниматься этим я буду не на видео. Нордский щит, да, берем. Одеяние архимага с собой возьмем. Серебряное кольцо возьмем. Все остальное, в общем-то, да. Единственное, что... тут можно половину... бутылочек. Бесполезненьких. И книг, которые мы с собой таскаем. Там заклинание тоже нам не нужен. Все ради освобождения места. Золотые и серебряные руды тоже убираю. Камни душ для перезарядки мне понадобятся, так что их я оставлю. Ну что, в принципе, нормально. Теперь осталось одеться по-приличному. Ах, одежда, одежда. Что же нам нужно? Нам нужен этот в избранные. Атаки одноручным оружием наносят на 40% больше урона. Переносимый вес увеличивается на 37%. Пожалуй, одену это кольцо вместо магического. Броню, шлем. Сопротивление или сопротивление... да, вот этот вот... получше будет. Этот, значит, можно из избранного убрать и вообще его бросить. Увеличивает магию, увеличивает здоровье. Нет, пусть лучше будет сопротивление. Оружие. Эбонитовые стрелы, конечно же. Эбонитовый меч. Хорошо. И зелья. Зелье лечения в избранное добавлю. Идеальные зелья. Слабое зелье лечения. И вот этот вот яд урона здоровью. Буду им пользоваться. Пока использовал
точнее играл с модами, научился тому, что такое зелье и почему их важно употреблять и постоянно держать при себе. Но это я больше имею в виду мод Реквием, в котором выживание зависит исключительно от вашего умения алхимии. Зелье лечения, да, поставим на... Идеальное зелье лечения. На восьмерочку поставим зелье лечения. Запас сил на шестерочку. Нет, наоборот. Это на семерочку. А где наши яды? Вот это на восьмерочку. Эбонитовый меч на единичку. Эбонитовый лук на четверочку. Элементная ярость нет. Стремительный рывок нет. Приглушение шагов хорошо. Щит. Нордский щит выше, да? Он у нас будет на двоечку. Излечение от ран. Нет, тогда на двоечку будет излечение от ран, а нордский щит будет на четверочку. Вопрос, мой лук. Для лука не остается места. Стремительный рывок нет, эбонитовый лук. А раз не остается места для лука, это плохо. Постоянно его выбирать тоже не очень удобно. Лечение, запас сил, яд нам нужен. Ладно, потом разберемся. Пусть будет пока так. Хотя нет, лук мы можем поставить как раз таки на двоечку. Вместо лечения. Безжалостная сила у нас активирована. И давайте проверим, какие же у нас все-таки задания тут есть. А нам нужно... Удар в сердце. В Воротхейме до нас дошли слухи, что там разбил лагерь один из вождей Серебряной Руки. Они значительно ослабнут, если главарь умрет. Давайте сделаем все, чтобы их главарь умер. И для этого... Отправим нашего норда 59 уровня. Ну, враг, берегись. Я иду. Ночью. Пошли ночью. Не буду пользоваться быстрым перемещением, ну его нафиг. Ведь по дороге мы можем встретить достойное нас испытание, из которого мы можем выйти победителями. А только нужно было бы прикупить себе лошадочку. Или прикупить, или есть местечко, где мы эту лошадку самую можем тихо прикараулить. Я не думаю, что сейчас конюх продаст нам что-либо. На дворе ночь. Лида, идешь? А ну, достань эбонитовый клинок. Так, нам его зарядить не нужно случайно. Нужно. Большим камнем душ. И зачарование повышается от того, что заряжаем. Ох, как же я от этого отвык. В Реквиеме там вроде ничего такого не происходит с зачарованиями. Там до зачарования еще дожить надо. Вон она, наша лошадка. Но, правда, это будет испытание то еще. А поэтому мы, конечно же, нанесем на наш эбонитовый клинок яд. Привет, друзья! Не ждали? А я пришел. Эй! Ого! Порву тебя пополам!
Больно. Так. Ядом ее. Ашна, умирай. А где вообще моя Лида? Она мне там помогает. О! Сдохни! И камень душ получили. Ой, заполнили. Так, дейдрическая стрела, золото, а остальное меня не интересует. Ничего не берем. В реквиеме я бы, конечно, обобрал ее как липку. Я подготовлю для тебя, дружище, лучший яд, который у меня есть. Пощады, говоришь? На тебе, скройся. Дейдрические стрелы. Двемерский кинжал, ох, какие тут няшности. Но я пришел сюда ради лошадки. Может быть, еще сундучок открою. И заберу, что тут есть. Скума и зелья и яды. Хороший лагерек такой. Соль. Нет, брать не буду. Давайте попробуем вскрыть этот сундучок. Ох, в реквиеме я наоткрывался. Там это так сложно. Надо с особый уровень иметь, чтобы возможность иметь просто открывать. Вот так сразу взял и упал. В реквиеме вот один такой удар стоит уже жизни. Свалили. Он мертв. Хорошо. И осталось покончить с магом. У нас меч уже фактически потерял свой заряд. Сдохни. Сейчас посмотрим, что же за ценности они с собой носят. Сильное зелье магии, том заклинания, быстрое лечение. Ну, том заклинания еще по старой памяти, что это вещи ценные, я возьму. Предметы, оружие, меч. Перезаряжаем. Наполнили оружие зарядами. И что ж, надо сохраниться. Ох, у меня когда вылетал, я научился сохраняться. Ворованная лошадь, но нам никто ничего не скажет, потому что мы отбили ее в честном бою. Лида, поспевай, ты уж извини, я как бы, ну, богатый, а ты мой Хускарл. Вот можешь и ножки поразмять. Вечерком прокатиться по Скайримчику, по долине Вайтрана, что же может быть... Лучше. Можно даже припустить галопом. А ну. Аль, тут галоп. Вперед. Конечно, я бы в реальной жизни, будь у меня лошадь, по таким местам бы ее не отправил, потому что это верный способ сломать ей все, что угодно. Все, больше не можешь здраво бегать. Так, нужно ж посмотреть, куда нам идти надо. То я такой умный. Оратхейм. Ликвидировать предводителя Серебряной Руки. Вот оно где. Мы там, по-моему, когда-то уже бывали. А ну. Там езжаем естественное препятствие. Лисичка бегает. Попробуем ее убить. Иди сюда, родная. Душа захвачена. Так, а этот парень вроде смерти тут просит. Что если мы попробуем себя на прочность? Я ожидаю славной смерти. Да, если я просто лягу и помру,
Молокату это не понравится. Хорошо, может быть, я подарю тебе смерть? Ты хочешь этого? Да, конечно. Хочу испытать себя на прочность, заодно и тебя. Не стоило сюда приходить. Лида, не вмешивайся. Это дуэль двух мужиков. Хотел к молокату, пошел к молокату. Еще и Лида помогла. Какая нечестная. Блин, правда, моя лошадка. Это торг силен. Ускакала назад. Лошадка такая одноразовая. Ну что, Лида, пошли так, пешком. Попытаемся добраться до пункта назначения. Или умрем, пытаясь сделать это. Может быть, что-то нам удастся приготовить. По ходу дела. Так что собираю эту пушницу. Обрываю всякие кусты. И не забываем сохраниться. Сохраниться. Был у меня также установлен один интересный мод. Назывался Achieve That. Или Достигни этого. Так вот, там за выполнение определенных заданий вы получали бонусы в виде плюс 10 здоровья, плюс 10 к энергии, плюс 5 к запасу сил, плюс 1 к переносимому весу. А задания были самые разнообразные. К примеру, нужно было словить 1000 бабочек. Или открыть 200 сундуков. Или набрать 10 тысяч золота, 10 тысяч септимов заработать. И задания, соответственно, каждый раз повышались. То есть 10 тысяч набрал септимов, получил, к примеру, 5 славы. Словил 1000 бабочек, еще 5 славы. Потом надо не 10 тысяч уже септимов собрать, а, к примеру, чуть больше. Так, я так понимаю, нет, паралич действует на медвежонка. 100 тысяч септимов следующее число, потом миллион септимов. 10 квестов выполнить, и за каждое такое достижение вам дается определенное число славы. А на эту славу вы уже сами покупаете себе бонус. Дорогие бонусы, типа даэдрическая броня, полный сет, стоят 150-170 славы. То есть это нужно выполнить большую половину квестов. Ну, не квестов, а вот таких вот микрозаданий. Раз собрать 1000 бабочек стоит 5 славы, сами понимаете. Вот на 30 славы можно купить себе плюс к скорости. Или, к примеру, плюс к здоровью хороший такой. Крабья долинка! Души! Для зарядки нашего супер... меча. И корень Нирна подхватим. Лидончик. Что там такое? На что ты там засмотрелась? Так, и корку рыбы-убийцы тоже соберу. И, в общем-то... А, да. За 70 славы можно было... купить себе плюс один перк. Или плюс одно очко уровня. Ну, не то чтобы... Сейчас скажу, как правильно это выразить. Повалять. Кошечка. Как ее закрутило. Какой у нас сильный меч. Так, но заряды исчерпываются, поэтому нужно его заряжать. Давай, иди сюда, крохотный камень душ. Нормально, зарядили. В реквиеме там, по-моему, проблема. Там можно 89 уровень достичь и все. А навыков там очень-очень много. Гораздо больше, чем... Ну, не гораздо больше, но... Наверное, в полтора раза больше, чем здесь. И, в принципе,
вся сила набирается именно с взятием этих вот перков. Они дают основной прирост к силе. И так как в итоге за 89 уровней ты получаешь по одному очку и можешь только 89, ну там плюс там книги различные, плюс еще какие-то бонусы, можешь 100 ячеек вот этих вот изучить, то там это на вес золота. И там, играя в эту модификацию, я собирал именно их за вот эту вот славу, Чивзет. Это была еще, был еще один способ, так сказать, продвинуться, сделать своего героя сильнее. Реквием — это жутко хардкорный мод. В нем сила врагов и твоя сила, ты можешь ее, кстати, выставлять, регулировать. Там не действует такой параметр, как легендарный уровень сложности, но там практически любое существо может убить тебя с одного удара. Как бы ты там ни качался, даже если ты вкачаешься в здоровье, тогда ему понадобится один, там, не один, а два-три удара, чтобы тебя убить. Ну, очень быстро. Драугров нельзя убить обычным мечом. Их можно убить только серебряным клинком или зачарованным оружием. Даже такой мелкий крыс и то составлял там достаточную проблему. Ну, правда, можно было качать блокирование, одевать броню. Броня там имеет гораздо больше очков. Силы, не силы, а прочности, как это назвать, то есть отличие одетого в броню воина и не одетого воина колоссально. Что это такое? Алхимик? Что он здесь делает? Крабы съели? Дай свою мелкую душонку для моего камешка. И я выбрал себе персонажа Редгарда. Решил, ну, потому что там жутко все завязано на выносливости. К примеру, блокирование требует выносливости. Бьют тебя, закрываешься щитом, там поглощает щит удар, и у тебя отнимаются очки магии и выносливости. Если твоя выносливость заканчивается, то твой блок очень легко пробивают. И, соответственно, чем больше у тебя выносливости, тем дольше ты сможешь поглощать урон, ну или выдержать атаку вражескую. Потом, что еще там из интересных таких фишек? Убить тоже с одной стрелы могут, поэтому стараешься постоянно вести себя аккуратно. Заклинание исцеления доступно только магам, и то не с самого начала, то есть там, по-моему, с гильдии магов. В гильдии магов ты можешь его изучить, и оно действует не так, как текущее заклинание, которое исцеляет здоровье достаточно быстро и уверенно. Там оно... Ух ты, у него какой-то зачарованный щит. А, красава! Там аура появляется, которая медленно и по чуть-чуть исцеляет твое здоровье. Здоровье само по себе не восстанавливается. Там нужно постоянно жрать что-то для того, чтобы восстановить здоровье. Так, я думаю, мы уже подходим к искомой заданной пещерке. В общем-то, хардкор лютый. Если еще установить на этот мод различные дополнительные модификации, которые добавляют тварей в Скайриме и очень сильных тварей, то... проходить игру становится в разы сложнее. Но такое выживание в мире Скайрима, оно попахивает большим таким реализмом. Когда ты действительно понимаешь, для чего ты вкачиваешь своего героя. Не просто вот так вот идешь, как я сейчас бегу по карте. И просто сметаю всех нафиг. Хотел использовать фуль среда, не понял, почему не сработало. Так, не это. А, надо было придержать. Слушайте, что-то я... Там вот такой простой лучник уже вызывает большую проблему. Ветреный пик раньше, чем на 30 уровне, в общем-то, даже и не пойдешь. То есть, представляете, Давакин сбегает из Хелгена или, к примеру, какое-то другое альтернативное начало выбираешь себе. И
выживаешь и качаешься 30 уровней до того, как пойдешь выполнять самый элементарный первый квест. Нет, надо дамагера убить, а основной дамагер здесь вот этот вот гад. Он будет подъедать. Нет подходящего камня, но мне кажется, это именно тот предводитель, которого нужно было ликвидировать. Золото, дневник. Возьмем ли мы с собой броню? Да, возьмем. Секира пламени. Найди я. Да, ботинки тоже возьмем. Найди я в реквиеме серебряный меч, я был бы просто счастлив. Плюс еще модификация у меня была на износ оружия, то есть оружие могло сломаться. И надо было с собой брать определенный запас вооружения. Лида, красавчик. Очень на многие вещи смотришь совершенно по-другому. Вы спросите, так почему же ты не устанавливаешь себе эти модификации и не продолжаешь играть с ними? Друзья, вылетает, а записывать с вылетами, бандикамом особенно, ну это настоящее мучение. Плюс синий экран. Модификации все-таки подгружают компьютер и подгружают славно. Без них Skyrim работает шустрее. Да, но, понятное дело, без модификаций играть не так весело. Когда у меня будет компьютер помощнее, а со временем это дело случится, я, в принципе, с удовольствием на запись поиграю в тот же Skyrim или в новую версию. В следующую версию тест, там вроде даже ходили слухи, что это будет Аргония, на самом деле это фейковые слухи. Следующая версия еще не анонсирована и неизвестно, когда будет анонсирована. Больше внимания разработчиков переключилось на поддержку TS Online. А пока что Skyrim питается мододелами. Все, мы взяли. Уходим отсюда. Квест выполнили. Естественно, сохраним игру. Кстати, 19 минут игры прошло, вроде не вылетало. Это хороший знак. Ух, и возвращаемся назад. Возвращаемся доложить Эйли охотнице о том, что задание я выполнил. Силен мой персонаж. Установил себе также, играл с модификациями. То есть у меня была такая сборка модов. Реквием для сложности и изменения мира. Там даже золото имеет вес. То есть, представляете, я сейчас ношу с собой 23 тысячи. А в реквиеме я бы такую сумму с собой носить не смог бы. Потому что это было бы слишком тяжело. И приходилось везде заначки и нычки оставлять. Причем нычки там иногда отбираются. И нужно было искать такие сундуки до того, как ты купил свое жилье или поместье. Кстати, не обязательно проходить первый квест для того, чтобы приобрести жилье. Достаточно побежать с самого начала в тот же... Куда сейчас скажу по карте. Фолкрит. И, к примеру, у ярла Фолкрита выполнить определенное количество заданий и озерное поместье построить для себя. И вот там вот, в принципе, можно прятать все свое награбленное добро. И там я набирал золото. Цены в реквиеме запредельные. Если не качаешь красноречие, то все стоит очень дорого. Очень дорого стоит напарница. 5000 септимов она стоит. Понятное дело, что раз не можешь пройти ветреный пик, то ни о какой Лидии Хускарле речи не идет. Хотя, если выполнишь квесты в Рифтоне, то получишь раю, что очень помогает. Без напарницы в реквиеме жутко сложно. Напарники, хотя они и мручие там, не бессмертные, но, тем не менее, помогают. Сбавляют урон. Но зато ты знаешь, что ты платишь 5000, и человек
готов рисковать за эту сумму жизнью. Не каких-то 500 септимов, которые можно, которыми фактически в мире Скайрима можно подтереться. Что такое 500 септимов? Чтобы кто-то готов был наемничать и рисковать своей жизнью за такую мелкую сумму? Да вы смеетесь. Заклинания стоят очень дорого, от 1000 монет. Нормальное оружие стоит там по 10-12 тысяч септимов, то есть цены большие, но это все очень важно. Оружие, без него фактически никуда. Начинаешь изощряться, извращаться. Магам, конечно, в мире Реквиема легче, потому что маги, они, ну, дальняя атака, все-таки можно кайтить противника, можно бегать возле него, творить заклинания, а вот одноручником, двуручником определенно тяжелее. Приходится входить в контакт, и нужно постоянно парировать удары или отходить. Ну, больше отходить, потому что если вы сражаетесь с парнем, у кого в руках секира двуручная или двуручный меч, то ваш щит, который вы поставите, просто не сработает. Он пробьет урон сквозь этот щит, и вы падете замертво. Там 4 раза повышен урон от оружия. Даже по сравнению с легендарным уровнем сложности обыкновенного Скайрима. То есть там все гораздо серьезнее и гораздо сложнее. Слушайте, мы здесь не были. Аргонианский доклад и сундук эксперт. Чем еще интересен Реквием? Да, такой сундучок там без высшего навыка просто так не откроешь. Так понимаю, тебя зажрала котятина, которую мы тут убили. Тут и оленинка, и куча шкур. Собираешь все эти шкуры в Реквиеме. Все собираешь, все тащишь, продаешь, чтобы заработать эти гроши и копейки. Алхимия. Ну вот с каждого куста можно собрать по несколько ингредиентов, потому что на алхимии ты живешь. Зелье здоровья действует так. Ты его выпиваешь, и оно восстанавливает, к примеру, 10 единиц здоровья в секунду. И так 10-20 секунд. То есть одно зелье может восстановить даже простейшее тебе 90-100 единиц здоровья, но не сразу, не мгновенно. То есть, когда ты воюешь, ты все равно держишься в стороне, без заклинаний исцеления, без естественного восстановления здоровья, только на зельях держишься. И постоянно глотаешь то зелье выносливости, то зелье здоровья. Постоянно мажешь свой клинок ядом, потому что яды — это самый главный залог того, что твой противник не переживет твой первый удар, и стараешься нанести удар сам первым. То есть так, чтобы вошел в контакт, нанес удар, враг не успел нанести удар, и ты выжил. Кто-то может сказать, что заморачиваться таким лютым хардкором не имеет смысла, но я вам скажу сразу, попробовал, это совсем две разных игры. Там ты действительно чувствуешь, насколько мир Скайрима живой, опасный, насколько важны такие параметры, как скрытность, насколько важно надеть более дорогую и мощную шмотку. То есть фактически все, что ты делаешь, все направлено на собственное выживание. А еще... Только вдохни этот свежий воздух. Мне сейчас не нужно. Воистину, не нужна, мне сейчас место продать добить кому-то. То, что я несу, может, каджиты там есть возле врат Вайтрана. Давайте по дорогам будем бежать. И да, только в таких хардкорных модификациях ты понимаешь, насколько важно каждый навык изучить и каждым навыком пользоваться на все 100% максимально. Еще в чем фишка того же Реквиема, в том, что ты очень серьезно и сильно готовишься к походу в каждую пещеру, к вылазке в каждый лагерь бандитов. Вау, 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 вау. Вижу, ты хороший маг. У меня хороший резист. А что у тебя за броня? Эбонитовая. Заберу.
и крепкое зелье магии заберу. К примеру, как может выглядеть такая подготовка? Так, где мой щит? Вот он на четверке. Копишь стрелы. Так как все дорого, то обираешь все. Железные стрелы, хорошо. Стальные стрелы еще лучше. Копишь кучу зелий. То есть перед этим хорошо посетил котелок Аркадий. Что купил, что сделал. Зелий глотаешь за один поход до 40 бутлей. Фактически можешь принять во время этого похода для того, чтобы завершить его успешно. Ну и лут, соответственно, выносишь более стоящий. То есть вещи такие, как шкурки, лисичьи те же шкурки, стоят по 30, по 40 септимов. И можно накопить деньжат, занимаясь охотой, собирательством. Начинаешь продавать на фермах капусту, картошку, вот все, что попадается под руку, все это начинаешь продавать. Все это начинаешь ценить. Лошадку стараешься купить как можно быстрее, потому что у лошадки есть седловый мешок с 600 единицами переносимого веса. То есть туда где-то 600 единиц влазит, и ты лошадку используешь как свой тягач. Лошадка, так как она тоже очень даже смертная, она реагирует на опасность однозначно, убегает, то есть старается выжить любым путем. Она не бросается, как в текущем Скайриме, защищать тебя, воевать за тебя, нет. Она пытается скрыться, потом ее иногда бывает тяжело найти. Но есть дополнительные модификации, которые позволяют решить эту проблему. Хотя поиск лошадки тоже является забавным занятием. Останавливаешься возле пещерки, складываешь в лошадку все лишнее барахло, берешь только то, что нужно, и вперед. Начинаешь зачищать пещеру. К примеру, идешь к драуграм, 5-10 серебряных клинков, там катана серебряная, клинок, стрелы, зачарованные стрелы, которые там дают урон молнии, урон огнем и так далее. Различные порошки есть в реквиеме, взрывчатые и так далее. То есть что-то типа бомбочек. В общем-то, разные очень хорошие дополнительные фишки. Добро пожаловать. Привет, Рисат. Что у тебя есть на продажу? А вообще меня интересует, что я тебе могу продать. Из одежды. Держи амулет Аркея. Серебряное ожерелье. Стеклянный щит. Носишь броню, если нет специального перка и навыка, то теряется каждую секунду у тебя выносливость. Забрать, но это будет фактически лишить его всех денег сейчас. Продам-ка я тебе, дружище, что-то другое. К примеру, сопротивление огню. Зелье водного дыхания, сопротивление холоду. Исцеление от болезней, половина зелий, я их все равно очень редко принимаю. Невидимость оставлю. Зелье легких ног продам. Заклинание разрушения продам. И сейчас посмотрим, какое ненужное нам зелье можно продать. Вот это, к примеру. Избавимся от лишнего веса. Да-да, пусть-пусть. И, в общем-то, представьте себе Редгарда, который достиг 10 уровня, уже может зачищать пещеры с бандитами. Не идет речи о том, чтобы справиться с троллем или с вампиром, но вампиры там и не нападают на города, в общем-то. Потому что объясняется это тем, что, в принципе, вампиры стараются вести скрытный образ жизни, налетов на города нет, нет смысла нападать на свой домашний скот. Каковым они почитают окружающий люд. Они делают вылазки против людей только на дорогах, в пещерах, вот во всяких таких местах.
Так, что ж, сюда мы прибыли в Айтран, с Эйлой Охотницей мы поговорим, но это уже будет в следующей серии, друзья. Скайрим не вылетает, так что наше приключение мы продолжаем. Может быть, я буду по чуть-чуть устанавливать модификации какие-то по ходу игры. К примеру, инвентарь себе более удобным сделаю, или что-то еще, вот это вот Achieve Z установлю себе, подобную штучку. Может быть, а может и не буду. Посмотрю, все зависит от того, будет ли вылетать или будет у меня возможность поиграть без вылета в дальнейшем. Но мне очень хотелось бы показать вам эти модификации в действии и пройти эту историю снова, но на гораздо более высоком уровне сложности, чем я играю сейчас. Я имею в виду уровень сложности Реквиема. Удачи вам и хорошего настроения!